Здравствуйте! Вас приветствует канал Ренбулум ТВ. Сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такой вот браслет Майами на нашей вилке. А также продолжается на нашем канале еженедельный розыгрыш наборов Ренбулум среди подписчиков канала. Для участия вам просто нужно быть подписчиком нашего канала и оставлять комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». В тексте комментария нужно написать свое имя и текст. Я участвую в конкурсе от Ренбулум ТВ. Победителя определяем каждую субботу, выбирая случайный комментарий под нашими видео с пометкой конкурса. Всем удачи! Для нашего браслета Майами на вилке нам понадобится наша вилочка, крючок, резиночки красного цвета и резиночки синего цвета. Мы берем нашу вилку, берем резиночку красного цвета и делаем восьмерочкой на двух зубчиках. Вот так вот. Теперь мы берем по две резиночки синего цвета, одеваем также на два зубчика. Средние зубчики мы не трогаем. Вот так вот отделим. Теперь с левой стороны мы снимаем резиночку, которую мы одевали восьмерочкой, в серединку. Только с одной стороны. Со второй стороны, справа, мы снимаем синие резиночки и одеваем на левый столбик. Вот так. Теперь берем еще две резиночки синего цвета. Одеваем также на два крайних зубчика. Снимаем с правой стороны в серединку красную резиночку. И слева направо снимаем резиночки синего цвета и перевешиваем на правый зубчик. Теперь мы берем две резиночки красного цвета и одеваем на два зубчика. Вот так вот. Теперь снимаем слева 4 резиночки синего цвета в серединку. Так. И справа так же самое в серединку все 4 синие резиночки. Вот так вот. Теперь далее мы берем также две резиночки синего цвета, одеваем на столбики 2 на 2 зубчика. И также мы снимаем красную резиночку в серединку. Справа налево одеваем синие резиночки. Снова две резиночки синего цвета на 2 зубчика. И такая последовательность до самого конца нашего браслета. Так вот. Теперь две красных. И снимаем все 4 с левой стороны резиночки и все 4 резиночки справа. И вот такой вот Майами у нас получается с вами. Так, плетем до конца. Итак, мы сплели наш браслет Майами до конца. Но нужно нам длины. Вот такой вот у нас получился. Теперь мы будем его заканчивать. Мы берем резиночку красного цвета. Одну одеваем на два крайних зубчика. Берем наш крючок и снимаем последние две резиночки в серединку. Вот так. Теперь берем... Снимаем с правой стороны, с правого зубчика на левый зубчик резиночки. Захватываем две резиночки, оттягиваем на 4 зубчика. Берем нашу клипсу, одеваем резиночки в клипсу и снимаем с вилочки. Первую резиночку мы ищем, вот она. Также одеваем клипсу на две резиночки. И вот такой вот у нас получился браслет Майами. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.